Первые добровольцы отряда «Тигр» в ближайшее время отправятся на Украину в помощь 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Бойцы месяц проходили подготовку по стрельбе из автомата и гранатомета, ведению боя в условиях города, передвижению в бою, оказанию помощи раненым. На одной из таких тренировок, проходящих на полигоне Горностай, побывал губернатор Приморья Олег Кожемяка. Здесь на базе полигона Горностая посредством добровольного общества содействия армии и флота ДСАФ ведется подготовка тех добровольцев, которые формируются в наш краевой отряд «Тигр». Первая группа уже в течение месяца занималась, это наиболее подготовленные ребята. Поэтому мне кажется, что они достаточно экипированы, достаточно подготовлены, вот, уверены в себе. И это совершенно уже люди с огоньком в глазах, кто, как говорится, вспомнил свою молодость, кто в течение месяца здесь получил хорошую уровень непосредственной огневой подготовки. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы они были обеспечены всем необходимым, всем, чтобы здесь были на постоянном контакте. Вот, то есть мы поддерживаем там, в том числе и техникой, и специальным снаряжением. Вот, но мне кажется, что это у многих вызвало такую волну патриотизма. Мы видим много желающих записаться в отряд, в том числе из других регионов нашего Дальнего Востока. Многие звонят, обращаются, прибывают сюда с тем, чтобы, обучившись, непосредственно оказать содействие тем нашим войскам, которые сегодня на Украине борются с нацизмом.